Так, ну вот наша система водоснабжения. Значит, 7 емкостей кубовых. Подача воды из скважины. Автоматика насоса. Фильтры. Счетчик. Дальше выход на ресиверы, насосная станция повышает давление из системы, из бака и прямо из насоса скважинного тоже может работать. Вот. Счетчик наш, учет скважинной воды, а это счетчик внутреннего учета и выходы на насосы. Вот у нас коммутирующие краны, переход включения, баки, второй бак. Сейчас дробучее давление 5 бар. Насосы. Пока в тестовом режиме запускаем там еще это с проводами. Подводку сделаем, а так, в принципе, все уже работает.